второй россиянин считает, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом. Как показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоб», эту идею чаще одобряет молодежь. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России. Несмотря на фантастичность, идею замены депутатов Государственной Думы алгоритмами искусственного интеллекта одобряют 53% опрошенных россиян. Причем 21% относится к ней однозначно положительно, а 32% скорее положительно. По мнению опрошенных, такая мера поможет снизить коррупцию и обеспечить реальный учет интересов разных слоев населения. 47% респондентов не согласны с заменой реальных депутатов алгоритмами искусственного интеллекта. При этом 21% относится к этой идее однозначно отрицательно, а 26% скорее отрицательно. Свою позицию опрошенные объясняют опасениями восстания машин, а также недостаточной прозрачностью механизмов принятия решений и возможностью мошенничества. Замену некоторых слуг народа и искусственным интеллектом чаще одобряют мужчины, 56% против 49% женщин. При этом, чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников роботизации нижней палаты российского парламента.